Одежда и одеяла, шитые Гульгуль Ташпеновой, славятся на весь Бадибекский район Туркестанской области. Бизнесвумен активно развивает свое ателье, будучи инвалидом первой группы. С мастерицей встретились наши корреспонденты. Гульгуль принимает заказы и шьет в этом кабинете. Его бесплатно предоставила хозяйка торгового дома. Рукодельница выполняет работу любой сложности. Главная цель на будущее – получить государственный грант и купить большую швейную машинку. Пришло время расширять бизнес. Я предоставила свои документы на получение гранта. Хочу большую швейную машинку и оверлок. При ремонте одежды он необходим. Ткани для работы у меня есть. Сейчас бы технику приобрести. Гульгуль шьет одежду, постельное белье и лоскутное одеяло. В своих изделиях иногда использует аппликацию. Готовые узоры покупает на рынке. Я приобретаю эти украшения на базаре. Потом наклеиваю на ткань и прошиваю. Очень красиво получается. Если бы у меня был необходимый станок, то я бы смогла вырезать их из ткани сама. Ремеслу мастерица обучает дочь. 7-летняя девочка уже умеет кроить и шить. В этом году 50 человек подали документы. С начала года гранты получили 10 человек. В августе еще 15 жителям выделят гранты. Госпомощь направлена на широкое продвижение предпринимательства. К примеру, на развитие животноводства, открытие ателье по пошиву одежды. Планируется, что в этом году безвозмездные гранты на развитие бизнеса получат 3000 жителей Туркестанской области. Среди них и люди с ограниченными возможностями. Тамара Степанова, Жандос Жумабек, Ербулат Абиш, Туркестанская область, Хабар-24.